А, ты так будешь, да? Записывать. Я думаю, что блокнот не достанешь. Блокнотик — это прошлый век. Блокнотик, честно, с ногами, понятно. Ну, нет, понятно. Короче, да, я говорю, что видов не так много. Мы используем в основном только 3М, 3M1080, скотч прим. Ага. Вот. И... Чье производство? Америка. Вот. И используем Hexis. Это Франция. Ага. Тоже очень хороший материал. Вот. Еще используем Oracle. Это Германия. Вот. Но Oracle мы не так сильно пользуемся. Ну, просто... У него не такой большой выбор цветов. Вот. Есть, ну, там всякие другие бренды европейские, там KPMF, там и там другие, короче, еще есть. Uh-huh. Ну да, нам их сюда доставляют дорого, так что мы их не пользуемся. Ну, вот, вот сейчас ты используешь китайскую, да? Прям? Сейчас китайская пленка, да. Ну, то есть как бы для простых каких-то вещей? Это не то, что для простых, это, как сказать... Ну, для простых машин, ну, скажем. Для простых, да. Ну, просто нужен бюджетный вариант, тут никаких. Бюджетный вариант без изысков. Без изысков и... Без претензий. Это просто он был, да, эта часть была, короче, в плохом еще состоянии, и поэтому надо было ее... Малой кровью. Да. Понятно. За недорого. Ясненько. А вот ты говоришь, вы вытягивали... делали хамановский бампер, да? Да. Хамановский бампер, ну как бы там он очень такой достаточно трудный в геометрии. В геометрии, да, и там круги под воздухозаборники. Ну они были на сколько? Ну, сантиметров, может, 10 в диаметре и в глубину, наверное, сантиметров. 10-15. Ну, может, не 15, конечно, 10 там больше, то есть больше 10 точно было. Вот. Ну и да, надо было сделать одним куском. То есть вы сделали это одним куском, вытянули? Одним куском, да? Все сделано, да. Это тогда какую пленку вы использовали? 3М? 3М. Да. Американскую? 3М скотч принт 1080. Американскую? Американская, да. Вот. Ну там просто понятно, что там туда нужно использовать праймер. 94-й 3M-овский. И там по-другому нельзя. И после того, как ее обтягиваешь уже H-сидером заклеиваешь. Там тримовский H-сидер еще есть такая штука. Вот. Понятно. Как бы понятно, что там очень большущий натяг. Понятно. И H-сидер, он держит чисто углы. Праймер держит сам шейп. Шейп. Да. Вот. Но выглядит офигенно, держится уже достаточно долго. Круто. А никакого джойнта нигде нет. Ну, просто никакого. Сори, меня просто... Вот коллега. Стоп. Вот. Don't bro me, if you don't know me. Окей. Ясно. Антон, а где учились? Говоришь? Мы на Хексисе. Я летал в Калифорнию на склад Хексиса. И меня обучали, короче, ребята, которые клеят Мустанг. Как называется? Мустанг. Селин. Они, короче, клеят всю графику на Мустанге Селина. Из Калифорнии, в LA. Uh-huh. Ну и вот. Все. В общем. Понятно. Спасибо за интервью.